Приветствую всех на канале Program Fix, у микрофона Netly. В этом видео я хотел бы рассказать о том, как сделать красивое свечение в Adobe After Effects, такое, как на данном примере. Погнали! Для начала нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на Google Диск и скачать архив с нужными нам файлами. Далее, как мы сделали все вышеперечисленное, открываем папку с нужными нам файлами. В открывшемся окне мы видим два файла, это сам плагин и также txt-файл. Первым делом мы копируем плагин. И переходим по пути, куда у вас установлен Adobe After Effects. Далее переходим в Support Files. И уже здесь ищем папку Plugins. И вставляем сюда скопированный нами ранее плагин. Далее мы можем закрывать эту папку и открывать Adobe After Effects. После того, как у нас открылся Adobe After Effects, мы создаем либо же выбираем любой проект, где хотим использовать данное свечение. Далее, как у нас открылся проект Adobe After Effects, мы создаем композицию. В моем случае Full HD. Нажимаем ОК. Далее уже в самой композиции мы создаем любую фигуру или же текст, на который хотим накинуть данное свечение. В моем случае это будет фигура, прямоугольник. Выбираю ее и создаем фигуру. Далее, чтобы накинуть свечение на нашу фигуру, мы переходим в Effects and Presets. В поисковой строке пишем Deep Glow. И переносим данный эффект на нашу фигуру или же текст. Далее, во вкладке Effect Controls переходим в регистр. И здесь нам понадобится ввести код активации. Для этого мы переходим в ранее разархивированную нами папку. И открываем данный txt-файл. И уже в этом txt-файле мы видим код, копируем его. Возвращаемся обратно в Adobe After Effects. И уже здесь вставляем скопированный нами код. Нажимаем Activate. Так как ранее у меня был активирован данный плагин, данной кнопки у меня нет, но у вас здесь будет кнопка Activate. Вы ее нажимаете и все. Данный плагин для вас будет доступен. И уже во вкладке Effect Controls мы видим такие настройки, как радиус свечения и яркость свечения. Ну и вот, наше свечение успешно добавлено. Также в своих видео я добавляю на данное свечение градиент. Для этого мы переходим во вкладку Effects and Presets и вводим здесь Gradient Ramp. Переносим данный эффект на нашу фигуру. Ну и настраиваем цвет как вам угодно. Ну и вот такое свечение у нас получается. Самое главное — это поместить градиент выше эффекта Deep Glow. Тогда градиент станет более явным и выделяющимся. Также данный плагин работает и с текстом. Для этого мы берем и создаем новый слой текст. Пишем здесь все что угодно. И копируем эффекты с нашей фигуры. Переносим их на текст. На тексте желательно уменьшить яркость и радиус. Также поменять градиент. И также на этот текст мы можем добавить любую анимацию. Ну и вот такое свечение текста у нас получилось. Если вас заинтересовало, как я сделал данную анимацию текста, то пишите об этом в комментариях, я запишу об этом видео. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, также оставляйте свои комментарии. Пишите, что бы вы хотели видеть в следующих видео. Ну а на этом все. Всем пока.